Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами Вайдер, и сегодня у нас достаточно знаменательный день для вестерна, поздоровайся. Всем привет. Вот, он, ребята, будет у нас получать новое звание, это звание полковник, также мы здесь находимся с Кирюх, поздоровайся. Здорово, ребятушки. Вот, и с Тритоном, но он, правда, ничего не может вроде написать даже, да? Вроде бы как бы не может. Ну, да ладно, не в этом суть. А, не, написал привет. Во, красава. Смотрите, у нас здесь есть тыквки золотые, но в этом, короче, не суть. У нас также там, и там, и там, и там. Главное, самое главное, виновница этого события, это вот эта тыква. То есть, сейчас, что хотим сделать? Костяныч вот с этого трамплина вместе с Саньком разгонятся. Полетят, полетят, полетят. И на трамплине, по идее, как бы, типа, Санек должен, ну, Тритон... Да. Как бы бахнуть Вестона, и он должен вот таким, вот такое вот расстояние пролететь и забрать эту тыквку, ребята. А в этот момент, когда, получается, Костяныч будет лететь, Кирилл просто берет и хоп, и взрывается на миночке. И все будет четенько, все будет круто, Костян получит звание, и все счастливы, все просто там будут пищать, визжать. Все поняли наш план, который будет у нас? Да, подождите, подождите. Как вы вообще думаете, у нас получится с первого раза? Нет. Если не получится, я... На сайте Крисми вы можете всего лишь за 49 рублей попадать в свое счастье и выбить комплект, которого стоит в танках 1500. В общем-то, ребята, заходите по ссылочке в описании. Опять же, можете поучаствовать в конкурсе. Если у вас нету балансики, переходите в раздел конкурсы. Здесь есть конкурс на специальный набор. Участвуйте в нем, выполняйте все условия, жмете на кнопку «Участвую» и все. Он ваш. Ну, давайте переходим дальше смотреть видеоролик. Стоп, а пока тестим, пока что еще... Стоп. Мне надо ехать на мины или нет еще? Смотри, когда я должен будет упасть на голд, и ты... Не-не-не, на того, голдик как... упасть это, ну, как не так будет. В полете, вот это красиво. Так что, ну, по идее, Костяныч должен получить все это сразу с первого раза. А может, с первого на той стороне попробуем, протестим? Вы да, на ту сторону улетите. Давай, и чисто так хоп, полетим. Я пока просто отъеду от минки. Ну, окей. Перейдите на ту сторону. Так, попробуем, ребята, полететь лежит. Вон туда. Чисто к вот этому билборду. Там голдец лежит, ровно на точке. На точке? Ну, заберешь его, ничего страшного. Потому что в натуре, как бы, ну, закосячить с этим званием вообще никому образом не хочется. Потому что, опять же, полковник там Костянову набивал кровью, потом просто весь такой потный сидел, такой, я сейчас флаги перетаскаю, все прям вообще сделаю, все будет четенько. Так, ладно, давайте вот тестовый полетик сейчас будем пробовать. Давайте, пацаны. Это сейчас чисто тестовый. Давай, 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 и ху! Оп. Не-не, он не попал. Оп. Я аккуратно, аккуратно. Да! Не-не. По идее, четко должно все получиться. Да-да-да-да-да. Я могу вас прикатеть. Тритон хреново попал. Не-не-не-не-не, нормально, нормально, нормально. Давай я вас подену, Вадим. На вас... А вас, получается, хер вообще знает, как он полетит. Ну, проверим так же. Ну, я не знаю. Ну, давайте, если по Шурику, давайте проверим. В принципе, Тритон, это одень может замутить. Хорек. Одень ты, хорек, Тритон. Тебя очень сильно поднимет. А, да, потому что Васпик, он когда стартует, он сразу на дыбы встает, и это получается прям вообще дерьмище саное. Поэтому нужно что-то сейчас с этим сделать. Там Кирюха у нас еще в чате пишет, 40 человек на стриме, всем приветос. А мы тут видео записываем, так что нормально, звание нужно прям вообще конкретно получить. Мини-пиар от Кирюха. Мини такой пиар. Так, давайте, полетите. Сейчас, ребят, короче, еще одна попыточка, и мы выясним, что будет лучше. То есть, либо Васпик, либо Хорек, и прям... Хорек покруче. Покруче, да? Он не стартует? Толкай меня, Тритон. Давайте, 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 давайте. Все должно быть получше. Ага. Давайте, давайте. Херак! Вот и сейчас, ну да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ну Вестерн прям, да, да, долетает чётенько. Ну, не всегда. Ну, будем надеяться, что как бы получится. Здесь, понимаешь, раз на раз не приходится.
Поэтому сейчас мы, ребята, уже все сделаем красиво. Я сейчас пойду человеку со спектатором говорить и показывать, как там нужно ему лететь, что нужно делать. В общем-то, сейчас все будет, я так думаю, довольно-таки замечательно, хорошо и просто обворожительно. Поэтому ставим на паузу и переключаемся на спуктатора. Так, ну что ж, ребят, вот мы уже и находимся вот в таком вот типа полете. Вот, но на самом деле у меня здесь сейчас происходит все очень-очень сложно. То есть вы бы знали, как я сейчас вижу это видео со спектатора. То есть я сейчас смотрю, получается, в скайпе, как у нас спектатор летает. И это просто вообще, ребята, забей. Жесть. Блин, ладно. Я ему сейчас, кстати, буду здесь писать, куда подлететь, куда залететь. Но вот, в принципе, вот так вот довольно-таки неплохо. Так, ну что, Костяныч, готов? Да, только у меня нарки нет. У тебя нарки нет, это замечательно. Короче, Костяну нужно взять, полететь вот отсюда на вот этот вот голдик. В принципе, будет довольно-таки неплохо и офигительно, если у него получится. Это сразу первого раза. Так, Кирюхе я сейчас тоже буду говорить, когда подрываться на мини. Так что сейчас все делаем прям очень-очень жестко, потому что сейчас финалочка у нас проходит. Вадим, получается, видео ты должен... Че я видео должен? Вырезать то, что вот, с момента... Угу. Ну все, я готов. Ты готов? Да, Тритон, не тру. Все, 3, 2, 1. Давай, давай, давай. Давай, Кирюха. Да, блядь, мина. Космос. Ну, в общем-то, получилось довольно-таки неплохо. То есть, звонка, получается, была в полете. Кирилл там правдами-неправдами все-таки успел подрываться на этой минке. И, там в общем-то, Костян у нас даже приземлился на гусенице, что очень-очень офигительно. Прям, я не знаю, ребята, как, но, по-моему, получилось прям здраво. Прям вот серьезно. Так, ну что, давайте забирайте тыковки, вот эти, которые здесь у нас находятся. Давай, 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 хавай, хавай. Опа, нормально. Тыковку одну Кирилл захавал, плюс еще там вестерн тыкву захавал. И больше у нас тут нету, да, ничего? Захавать следующий. А где у нас еще одна тыква? А, вот она летит. Все, все, я вижу. Сейчас, блин, блин, на самом деле, ребята, это круто. Я сейчас сижу, так наблюдаю, как спектатор летает по этому, по скайпу, смотрю за этим всем. И вот такая вот тыковка просто офигительно летит. Ох, какая сладкая тыква. Ой, какая тыковка сладенькая. Так, ну что, где у нас Тритончик? А, Тритончик. Забирай тыкву. А, тыковка. Блин, кстати, тыква в натуре, она в воздухе висит. Вот прям со спектатора это хорошо видно. Так, и хопля, забрал последнюю тыковку. Это хорошо. Думаю, ребята, на этом мы уже будем с вами заканчивать, потому что видос у нас получился здравый. В принципе, цель данного видеоролика мы тоже выполнили. Это получение звания, плюс должно было все пройти довольно-таки гладко. Это полет Костяна, опять же, подрыв на минке Кирилла, ну и, в общем-то, своевременный выстрел... Тритона, ну и, конечно, приземление Костяна на гусенице и взятие этого самого голда. Думаю, все прям вышло зашибись. В общем-то, если вам понравился данный видеоролик, обязательно ставьте свои лайки, также не забывайте участвовать в конкурсе на 100 тысяч кристалл, для участия которого вам нужно будет поставить лайк данному видео, написать комментарий со своим ником, ну и быть подписанным на канал, и все, вы уже участвуете в комментариях. Жду от вас, ребята, поздравления Костяна со званием, я его сам, в свою очередь, тоже поздравляю с новым достижением, с новой званочкой. Ну, а мы все прощаемся, говорим покидулечки, подписывайтесь на канал, бахайте на колокольчик, не забывайте ставить лайки. Всем адьос, амигас! Всем пока, ребят! Всем пока!